один вопрос можно по снарядам? У меня не полностью прокачана 3-4, БР-365К и 365А. Можно брать тихо, обоих? Тихо, не таранимся там. Я тебя не видел, извини. Не знаю, кого толкал. Вообще снаряды написаны в условностях, желательно было прочитать. Да я прочитал, что было 5 дымовых, 5 подкалиберов, 5 кумулятивов. Я так понимаю, ни один из этих снарядов не является подкалибером. Если ты возьмешь 5 дымовых, остальные штатные, ты ничего не потеряешь. Я понял, у меня дымовые еще не прокачаны, так что все нормально. Дымовых на 85-й нет вообще. Отлично, бери тогда штатный и не прогадаешь. Приказ какой-то. Рассредоточиться, занять круговую оборону, уклоняться от авиации. Принято. Байкер, почему Д5Т нельзя? Это старый танк, и он в 44-м году уже не применялся. Кто еще без танка? Д5Т было 1,5 штуки сделано, между прочим. Те, кто без танка, каналом ниже 3,2 в ТС-ке перешли. Кто со мной вместе едет в сторону свидарников этих? О, купок. А мне? Вот, рядом со мной едет кто-то, уже подбежается к... Не знаю, что это здание, там бараки какие-то. Вы там не увлекайтесь двигаться в направлении противника? Я пытаюсь к деревьям подъехать тут. Так, 85-й без Д, да? Да, в камне засели. То есть 4-го ранга, не 3-го? 4-го. Мы ожидаем нападения на земки. Мы будем нападать. Мы пока респимся и готовимся к атаке. Круговая оборона против кого? Против воздуха? 3-4, которая за родину. Да. Марс. Одной пешки. Так. Я говорю это. 3-4, 85-я, 4-го ранга или 3-го? 4-го. Просто без всяких подписей, без всего. 34, 85, все. Да. Без Д5Т. Нет, такой у меня нету. Спускайся ниже в тесты. Два, три, четыре, пять. Пять. Мы штурмуем, да? А где видно наличие ПТОшек, список? Сколько живых? Нигде. Блин, а как понять, что... Тихо, воздух слышу. Воздух. Да, над фермой. Когда они будут уничтожены, появится точка захвата. Стрелки с нами проходят, не двигаемся. Да. Есть те, кто не в танке или не в полигоне? Не на карте, имею в виду. Ух, зенитка, красавчик. Попал. За ним еще один, зенитка, сзади еще, второй. Потом... Да я зенитка, ведь что-то... А, хорош, там и второй. Где меньше разговоров, второй танк за воздухом. Танкам нужно видно, стрелять по самолетам. А нужно? Можно. Ну если на вас идет, то можете попробовать помочь. Простите, где вы... сейчас ваша позиция? Это кто? Байкер, это я зашел. Что там в хотелке? Аир, мы уничтожили в первые 15 минут, насколько я понял. Можешь сейчас взять танк и выйти? Штука заходит, штука. Если... Сбито. Блин, если он будет... Быстрее, зайдет, быстрее. Вторая заходит, имейте в виду. Перезарядка, извините, перезарядка. Попал. Ваша задача... Война не хватает. Вам цель указания на танки дать. Сейчас могу развернуть. Будем через тыл выстрелить. Кого-то сожгли. Бомба. Разрушить бомба. Потери. Все 200, если кто-то умер. Без разговоров. Зенитку сожгли. Принято, хреново. Осмотрели воздух. Большая просьба, если говорили, у меня голос специфический, сразу понятно, остальные молчат и слушают. Воздух осмотрели, сколько противников в воздухе? Один. Принято. Сбить можем? Тяжело, высоко. Нету, не вижу. Нет, он вроде уходит. Принято, рассредоточились, ждем, когда он отойдет. Убитый сразу в 200-й канал, да, идет? Те, кто молча, убитый, молча, переходят 200-й. Да, я понял. Если есть вопросы, там ребята подскажут, что дальше. Итого, подведем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть танков. У нас зениток нету. Раз, два, три, четыре самолета. Перфекто. Вот это последний холмик. На него поднимаемся аккуратнее. Это центральная группа и группа Маура. Дальше все простреливается. Командир, помнить, на какой холмик вы подниматься собрались?
Мелки по карте мое нахождение. Вот шлейф будет только что перед нами. Опасно подниматься так, ну попробуйте. Отставить разговоры. Ну давай, нет, везде опасно. Сейчас все против нас идет. Командир, ты рядом со мной, посмотри, куда ствол смотрит. Да, смотрю. Без желтый, без опознавательных. Это вон не там, тигр, я прошу прощения, это пантера, она на кого-то навелась. Вот кого мы наблюдаем, первая группа, она подкатывается назад, кого-то выцеливает. Нет, я вижу еще тигра там. Принято. Маур. Вот куда у меня повернут ствол. Да. Да. Сможете загрузить видимость атаки? Я вижу, куда он направлен, но на фон. Отставить разговоры. Внимание, Маур, старик, Семен. Ваша задача изобразить видимость атаки как можно ближе вот к центру карты. Пострелять, пошуметь, по всему, что не нравится, и сразу отойти. Привет. Как поняли? По готовности, как я отдам приказ. Всем остальным внимание. Сейчас Маур, это вторая группа, пошумят немножко. Возможно, башни отвернутся, кто кого наблюдает. Попробуйте их продырять по бортам, по башням, пострелять, нанести урон. А можно понять, где враги? Все, кто видит противника, метку на карте поставили. На себя или на врага? На противника, на противника. Внимание на карту! Опа, понятно. Уже. Гадалки не ходи, ваш 2 тоже есть противник. Так, попробуй бинокль. Так, поворачивается башня тигра или... Подожди, не могу определить, что это. Квадрат. Мавр, Коба, действуйте. Сама пантера. Коба, стреляй на юг, я на это, на запад. Первая группа докладывает, пантера ушла из поля зрения, кого-то заметила, свалила с бугора, ее не видно. Тигр дулом вертит. Да, вижу пантеру, да. Перестал да. Вертеть, значит, да, там их трое, слышишь у нас? Пантера. Я понял. Скорее всего, он у тебя сейчас вертит, нет? Нет, смотрит куда-то. Видит. Он меня видит. Пантера у точки А как раз, да. Так, поворачивает башню. Я не помню, подтверждаю. Это тигр, походу. Тигр, да. На меня смотрит. Атакуйте по возможности. Центральная группа. Центральная группа. Также по возможности высунуться и изобразить атаку. Так, вижу. Первая пантеру. Группа. Ваша пантеру, задача давай. Подавить вот этих двух. Пантеру. Принял, открываю огонь. По тигру. Давай. Ух ты. О, подай, забрал кого-то. Кто под атакой сразу отходит назад? Забрал пантеру. Назад. Ты крут. Лаки шот. Убить. Просто высунуться. Мавр, Семен, готовы? Живы? Да. Мы даже убили контар. Я вижу, от меня метров 900, первая я группа. Его не пробиваю. Внимание, под огнем. Попробуй приблизиться. Первая группа под огнем, ведет бой с тигром. Принято, не высовывайтесь. Тайга жив? Да-да-да, но я позади как бы, я втягиваюсь. Хорош. Все, у нас первая группа, Барс оба потери. Контакта пустые. Что нету. За пустые? Ну, тигра, тигра и пантеру свалили оба. Понял. Атакуем точку А. Всем выдвинуться к точке А. Даже ценой жизни нам нужно захватить точку А. Время поджимает. Вперед. Принято. Аура будет какой-нибудь? Мавр, старик, ваша задача дополнительно еще правый сектор поглядывайте. Принято. По возможности выживите. Поздно, уже выехал на открытое место. Принято. Аля, улю, ура, что там ура хотел кричать. Ура! Я на улю еду. Обстрел, кажется, вижу. Из запада. С запада по А. Залетаем, забираем А. Орудие почему-то стоит, кстати. Должны были подавлять. Хрен с ним. Главная линия фронта прорвана, это достаточно. Свои сейчас стреляли? В воздух. Можно забрать орудие. Обстрел с запада. Беру А. 286. Зенитка, внимание, подавите, огонь на подавление. Просто все, что есть, туда накинули. Заняли укрытие. Вокруг точки оборона. Забрал. Горит. Приоритет, рез противника. Наблюдение, приоритет наблюдения, рез противника. Перуа, продолжай брать. Байкер, я тогда к линии фронта западной подъеду. Принято. Смотри, там чуть севернее от вот этого выступа, да, красного, где-то были холмики. Ориентировочно по метке. Там очень удачи, хорошие позиции. Удачи. Маур. Отставить разговоры. Маур, на связь. На связи.
Задача занять северную часть респа, контролировать северные выходы, ориентировочные пометки Ж2. Семенко по собой берешь. Принял. Вижу. Всем остальным, круговая оборона точки А. Приоритет наблюдения. Коба, едь ко мне, я у холма здесь уже. Артиллерию я вижу, ее забрать. Уничтожь, да. Так, Тайга на связь. Тайга на связь. Да, прием. Твоя задача, вот холмик, с которого мы спускались. С которого мы спускались. Вернись, поглядывай за нашими тылами. Мне не нравится, что есть еще живые, и мы их не знаем, где они. Также на бинокле, аккуратненько, чтобы холмником прикрыться. На бинокле наблюдаешь за... Они отреспились только что. Занять круговую оборону, приготовиться к контратаке. Я слышу взрывающуюся технику, не респится прямо сейчас. Так, а холмик это в каком квадрате? F6 что ли? Где-то здесь, откуда мы приезжали. Пятерка, ты около дома, да, и все. Прям по курсу я уйду. Да, я сменяю позицию, открываю. Я чуть левее, посмотри, я чуть левее на холме. А, принял. Аэр Виталий, на связь. Здесь. Всех 200-х собираешь, весы вторые, респятся. Весь четверо, да, нас четверо, мы уже половина респнулась на весах. Хреново, взяли респа и организованно, можно даже напрямки. Контратаку надо отбить. Виталька понял. Принял. Аир, может, направо развернемся? Эйсак, подожди, давай подождем еще двоих. Согласен. На Исаак второй какой респ? Танковый? Пятерочка, ты не надо за здание. Танковый, танк рез. Сзади тебя домик. Принял. Прошу прощения. Так, какая задача на Исаак? Где? Сначала подъедь к нам. Где? Да, нет. Ух ты. Маур, у вас там комфортно, все нормально? По мне огонь. Мне двигатель выбили. Срез. Отойти можете? Где ты находишься? Рест не можете пересекать, не забудьте. Нельзя пересекать. Убит. Помечаю пулеметом. Виталий, Аир, надо ускоряться. Хорошо, четвертого не ждем. Четвертый догонишь нас. Третий догоняй и поехали. Принял. Видишь нас? Напрямки, ориентировочно, квадрат G3. Виталий, Аир. Под огнем. Вижу метку, вижу метку. Ориентировочно, до туда вы можете доехать и сразу уничтожайте все, что можно. Принято. Принято. Пятый, откуда под огнем? Башню поверни в ту сторону, смотришь? Оба убили. Первый раз вызвали. Первая группа. После ты один... первый раз. Первая группа, один остался. Принято. Пулемета можешь себя обозначить? Ты прям на меня смотришь, по-моему. Принято. Полме, да? Желтый без опознавания. Сколько нас здесь? Я с севера и крест просматриваю, жду, если там вкусимся. Все живые, Т-4-1. Держите за мной. Двигайте. Очень за мной. Много, азимут 302. Следуйте за мной. Принято. Ныкайся. Ищем борта. Попал. Идут по мне огонь. Этот горит, один горит, второй. Все. Хреново ты стоял, потому что 200-й. Мавр живой? Да. Четвертый из возродился? Нет, только твой нас. Где он? Убитый? Маур, атакуй точку А. Маур живой? Да. Сейчас они будут происходить, пойди где-то мимо вас, идут на А. Я возвращаюсь. Попробую их это подловить с севера. Байкер под атакой. Меня, возможно, южнее сейчас обойдут. Виталий, далеко вы? Нет, где еще? Или фронта только 5 секунд. Виталий, Ира, на связь. Дал метку на тебя. Ой, хана мне. Командира убили.
Мамочка. Исы, вы наблюдаете, Тачкова? А я вообще не обозначен. Примерно здесь. Внимание на указанный квадрат. Сейчас мы внизу. Чёрно. Ну, спешите. А, попробуйте встать так, чтобы простреливать. Там какие-то бугры ориентируются. Мавр, остались только ты и настроенные ИСА. Да я понял. А где убили байкера? Откуда родился? На А убили. А на точку убили? Тут, по-моему, она за бугром эта точка. Тут подымам. Спешите, сейчас все от вас зависит. Попробуйте встать так, чтобы простреливать движение к А. Они будут из красного вот этого вот квадрата двигаться к А. Я не знаю, где вы находитесь, не могу вам посоветовать. А ты на точке? Нет, я стою под их холмом возле их это квадрата. Маур, метку даю. Держитесь за мной. Ну, я не знаю, у нас такая карта, чтобы сказать, куда вам ехать. Ну все, мы тебя видим, как бы, да. Наверное, не надо прямо на точку идти. На точку не надо, я думаю, от этого толку не будет. Ты правее, правее, не надо туда. Это дело ушел влево. Прямо на точку. Мавр, ты у них где-то вообще сбоку должен был быть, нет? Должен был быть, обратно вернулся. Точка еще живая? Ну, похоже, на ней только никого нет сейчас. На точке никого нету нашего. Наших нету, противник там есть? Пока не наблюдаю. Все, кто может, двигаются к точке А. Если противник контратакует и займет позицию точки А, то мы проиграли. Поэтому все бегут на точку А. Я стою сейчас под их холмом, я не могу сейчас двигаться. Да-да-да, те, кто на позициях, хорошо стоите на позиции, я имею в виду, кто в движении. Там какой-то ориентир на точку А. Скорее всего, они где-то здесь, в горах, короче. Мы уже в Г4. Ну в районе точки А была пантера одна, как минимум, которая меня уничтожила. А там у одной пантеры, возможно, которая тебя уничтожила, не будет мехвода. Ну, занять точку А она же может. Без мехвода вернется. А, она пересядет. Да. Так я ж стрелял прям с борта, значит ты стрелок-радист и мехвод. А, ну да, хотя. Всем внимание. Те, кто рядом с точкой А на позиции, сохранять позицию. Кто подходит к точке А, задача номер один, осмотреть точку А, есть ли там противники. Добро, дайте на движение чуть правее точки А. Без проблем, взрослые мальчики, задача ясна. Осмотреть точку А, краем глаза поглядываем за вот этим красным квадратом на карте, это рез противника, там танки. Блин, еще раз, точка А, квадрат, дайте. Внимание на обозначенный сектор. Правее. Точка А пометки. Противник где-то здесь, скорее внимание всего, на либо на юге. Имейте в виду. Я стою здесь и жду, поедут ли они. Смотрю на юг. Краем глаза поглядываем за воздухом. Наш воздух будет сегодня еще или нет? Целая куча самолетов надо мной вижу. Два самолета на юг идут друг за дружкой неизвестные. Наших четверо взлетело. Так, трещерка, я тебя наблюдаю. Все, у них два самолета. У них три танка живых. Кружит над А. На высоте где-то километр. Двое. Трое. Уже трое. Движется. Значит, у них сторону. Два танка. Внимание! И вы работаете по резку противника. Осмотреть все, что вне резка противника. Принял, найти противника. Первый, кто достигнет точки А, воздух наш
Один противник, вражеский самолет вижу. Он атакует кого-то. На точке какие-то ориентиры развалины, вот это оно. Нет, сэр. Кто-то взорвался, наш, не да. наш. Танк? Танк взорван. Наш, не наш. Мавр молчит, возможно, его грохнули. Мавр на связи. Наш, Мавр наш. На связи. Возможно. Бомба. Заходят, заходят. По мне была бомба, промах. Кто-нибудь по-моему, меня Ил противник. Только что атаковал. Атаковал нашего. Своих. Передайте Илам, что они по своим бьют. За мной. Реализм. Передал. Илам доложил. Еще раз осмотреть, противника кто-нибудь наблюдает? Нет. 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 Принято. Общая задача – организовать оборону точки А. Выбор позиции свободный. Задача – выжить и не дать противнику нас выбить. В самой точке есть какие-то контуры, что-нибудь. Там стоит сараюшка какая-то и куча трупов. Хотя трупы появились, да. Пометки еще раз, точка. Ну, я вижу, да, две развалины. Все, условно. Организовать оборону А4. Квадрата А4. Так, подожди, подожди, Аиром, вот Азимут 230-232, там вроде наш Ил работал. По нашему. Он забрал Пантеру. Ага, понятно все. На развалинах на точке не наблюдаю врагов. Там сейчас точки нету, просто да. Ну я имею в виду, что там врагов не наблюдаю. Принято. Я смотрю точку. Ну там АВХ разбился, подожди, 230-232 вот где-то там. Внимание, есть те, кто не понимает, что мы сейчас делаем и зачем? Ко мне вопросы есть? Ожидаем врагов средства, правильно? Или они где-то тут могут уже? Если ты понимаешь, что не надо, повторюсь. Предположительно, сейчас враги могут контратаковать точку А, заехать на нее. Мы этого не должны допустить. Наши силы распределены вокруг вот этого красного квадрата, это рез противника. Все нажали Т4-1, посмотрели на карту. Двигайтесь за мной! Следуйте за мной! Двигайтесь за мной! Байкер, надо кого-нибудь одного прям на А поставить. Вижу. А, в квадрате G4 вижу две точки рядом. Назовитесь. Это 2СА, 34. 2СА. Вы можете переместиться ближе к точке А и контролировать южную часть? Постараемся так. Принято. Ориентировочно в квадрате H4, H5 есть холмик, за ним вы сможете пройти. Даю метку, я здесь рядом. Мавр, ты еще здесь? Да. Значит, не ты горишь. Следуйте за мной. Все, даже если сейчас убивает командира, задача общая, ясна и понятна. Просто контролируй, чтобы никто из противников не заехал на точку А. Сколько у нас времени? Еще 40 минут. Нет, с момента захвата полчаса. Да, да вроде бы контратаку. Нет. По правилам, с момента захвата у них полчаса на контратаку. А сколько у них еще респов осталось? У них точно один самолет. Пятерка, давай сюда, я справа, пятерка, давай сюда. У них, вероятно, три танка осталось. И у них капают очки. Стремно. Капают очки у Глеба. Ну, это авиация. Байкер, у тебя очки капают. Байкер, считаю, считаю, подожди. Байкер как принял, вот тебе правда. Понял, понял, понял. Переговорился. А, группа ИСов, которая выдвинулась южнее. Я 34-ка, байкер, передвигаюсь с зданием на точке Пантера. А точно. Старик оба у тебя очки капали. Можете вижу... покидать в этот дом снаряды, отвлечь ее. Там два здания. Кто видит здание? Правое и левое здание. Не знаю, тишина в эфире. Там... Кто видел Пантеру? Коба. Можешь по Пантере или по этому зданию пострелять? Да, да. Открыть огонь, все остальные дублируют. Исы, нужна ваша помощь, кто двигается. Обнаружил меня. Увидел. Все, вот это здание, закидали снарядами, чтобы он там усрался. Он меня контролирует. На раз, два, три надо. Просто кто видел, куда улетел наш снаряд, вот это здание нужно обрабатывать сейчас снарядами, пулеметами, всем чем возможно. Оттуда нужно выбить противника. Он контролит наших, не дает его снять. Упс. Выстрел. Закидывайте дымы и все, что есть, все туда закидываем. Можно даже не попадать в противника, главное попадать в здание, чтобы ему страшно было. Он выехал, зараза, я в КД.
Пятый, давай пройдем вдоль зоны. Под обстрелом. Отогнали. С юга был выстрел. Да, он отстрелялся по мне, пробил меня. Попал. Бубновый. Все, я его. Все, горит. Огонь, Замыкайтесь, пусть догорит себе. Заняли оборонительную позицию, осмотреться. Окончание боя 4.25. Принято. 13 минут нам нужно продержаться. Айр Виталий, на связь. Рядом с вами 34-ка, видите? Я вижу 22-й, да. Я сейчас прохожу вперед, смотрите, что откуда будет прилетать. До этого здания, его нужно занять. Вот и есть. Там, где была пантера, туда выдвигается наша 34-ка, осторожней. Наша 34-ка какая-нибудь желтая есть? Да, движется там, где была пантера. Башни на левой, кто сейчас поворачивал? Налево сейчас башни, кто поворачивал? Только что, 34-ка, 80. Пулемет там, пометь ее. Ну, у меня наша, башня сейчас налево. Вот поверни направо, на градус. Я буквально. Думаю, все, это все, будет все, не все, подсказка. Все. Вы должны Порядок. Быть на точке А, если что. Тогда она будет считаться за свой. Разобрались в 34, что там было? Все, все, да, это свой. Я не увидел башни просто. Принято, продолжаю движение и сам наблюдение. Пантера! Непонятно, живая или мертвая. На респе противника. Сейчас помечу ее снарядом и пулеметом. Возможно, она мертвая. Да просто попади и... Квадрате осмотра, пантеру вижу. Вижу, да, стрел. Выстрел слышу живая, на респе. Живая, живая, живая. Я под ней стреляю. Стрелялся, да-да, наблюдаю, так, прицеливаюсь. Кто может, накидали ее. Закидали снарядами, так же окучили. Готово, готово. Готово. Принято, продолжаем операцию. И зря. Демки у них нету больше. Пятерка-то где? Я отстал от тебя, пытался пантеру найти. Кто, я тебя вижу. Осмотрелись. Командир живой, да? Тайгу ага. Сожгли. Принято. Вот совсем близко. Так, возвращаемся. Давай попробуем вообще к их тылам прижаться. Противник остался один танк. Один танк, ребят. Дружненько обозначили себя на карте. Т4-1. Держите за мной. Держите за мной. А все у нас. Держите за мной. Маус, ты в квадрате Ж2? Я в квадрате H3. Два танка в квадрате Ж2. Хитман, ты живой еще? Отставить разговоры. Два танка в квадрате Ж2. Продолжайте там находиться. Как поняли? Еще раз, кто в Ж2, Т4-1. Хитмана уничтожили. Я живой. Только что? Он покинул танк. Он, похоже, отвалился, не уничтожили. А, да. Самопроизвольно. Ред Смилган. Я. Сохраняешь позицию, наблюдаешь за северной частью респа. Это квадрат H1, H2. Оттуда может вылезти противник. А, Принял. Он, видимо, заехал в эту красную линию, и его это. Пехота, в общем, сожгла. Красную линию пересекать нельзя. Нельзя. Принято. Маур, на связи. На связи. Беспокоит меня эта северная сторона. Присоединись, пожалуйста, к Ред Смилгану. Принято. Всем остальным вести наблюдение за квадратами H2, I2, G2. Это рез противника. Но есть. У них на земке нет сейчас. У них только один самолет. Флэш-24 это самолет? Да. Не факт. Он сбил самолет, но может пересаживаться. Хорошо. Он на зенитке мог быть. Готовимся к худшему, предполагаем, что есть противник. Мне нужна еще какая-нибудь Т-34. ФМ, на карте покажи себя. ФМ сгорел. От пехоты. А, все, у меня уже глаза пучу. Старик оба живой? Да. Покажи себя на карте. Рядом с тобой стою. Отлично. Тут здесь тогда и стоишь. Насколько я понимаю, это точка А. Я вижу, да. Виталий и сын. Да. Занять произвольную позицию, контролировать рез противника. Принято. Принято. Байкер возвращается за холмик, на всякий случай поглядывает за нашими тылами. Есть те, кто не знает, что делать, или что мы сейчас вообще делаем? Может, свиньи уже сдадутся. 0-3 на позиции.
Считаю, что все приказ получили, задача ясна, продолжаем. Давайте с немцы. Нам осталось продержаться сколько? 10 минут, по-моему. 8. Можем играть на губной гармошке. Ё-моли-бя, Августин, Августин, Августин. Расстреливай технику поберечь. Еще неизвестно, сколько у них было респов. Я немножко растерялся. Не осталось никого. Не осталось, да? Потому что у меня такое впечатление, что у них еще один респ. Авиация отреспалась. Фрутрус, да, это авиация. Надеюсь, это ошибка. Ну, вероятно, у авиации был только один респ. Ну, немножко для новичков. Вот это там таблица, да, очки? Так, флеш чипов. Я нашел, он на истребителе был. Оба противника на истребителях. Принято. Значит, на земке не осталось. Контакт, вижу самолет на востоке. Низко. Один? Один пока вижу. Очень низко, у земли прямо. Идет к А, по-моему. Еще один вижу выше. С того же направления. Вот, да, падает уже. Полетел. Падает. Уходим. Другой падает, на точку падает, ребята. На точку. Потери есть? Нет. Аэром. Оба мессера, по-моему. Если два штуки было, оба мертвые, что ли? Нет, все живые. Что ж ты так пугаешь? Кто давай такой, он, если жив, сразу говорю, я жив. Упс. А, забрали Кобу. Они убили Кобу. Нет. Ублюдки. Надо отомстить за Кобу. А, истребители, да? По одной бомбе. Да. Да. По-моему, один разрыв был, еще одна бомба. Все, да, это ИС-2 хочет сбить самолет? Да. По причем сути, я медаль нарисую, если сможет. Ну, местер сложновато, это не ИЛ или штука. Тем более ИСом. Чудеса. Советская снайперская школа. Мауэр Ред, как у вас дела? Нормально. Северная часть под контролем? Так да. Точно. Я почти уверен, что без противника смогу защититься от танков. Ну, как на меня заход. Но он без бомбы один. Почти уверен. А у них 20-миллиметровые? Да. Судя по трассе, 20. О, еще один на меня. Они оба без бомбы. А уже сколько? Все, они оба без бомбы, но одного 30-ку он было. Так уж плохо. Берегите ваши жопки, чтобы они не загорелись. Я тогда позицию поменяю, раз меня обнимают. Ориентировочно 2 минуты. Хватит танков, напишем, не сдавайтесь. Танков не хватит. Наследим. Я им явно понравился, они опять на меня. Айка, ну что, пока тут пробуем через вышки, чтобы все по-французски. Никуда погнать. Тут делать больше нечего. Я прям после этого у меня монитор пришлось протирать. Ничмой, играющий за синих, молчит. Я несколько раз промазал по полной. Мне хорошо. Если я, насколько помню, ты а вам не проще, слышите, сжег. Кто подъехал, вам не проще скриншот сделать на фоне хотя бы флага там? Красивый, на фоне флага или башни самой. Это просто. Это дорисуем. А, ну ладно. Так, внимание, кто подъехал к вышкам, посмотрели вот эти верхушки вышки, где мешками обложены, да? Подровняли пушки, вот зрительно линию прорисовали. Ну там плюс-минус не считается. Фрут. Прямо я по этому, по курсу движения. Я тебе что-нибудь сделал? Антон, правее, левее. Кто? Именно. Глеб. Все готовы? А, это когда ты меня подпишешь, что я начну выращивать очередь. Все, нормально. Танкисты, по моей команде, на счет 3 делаем залп. Приготовились. Да, погоди. Раз, два, три. Слушай, Фрут, Артём, мы с тобой по ветру взлетали. Не можете нормально взять кусты. Стреляйте, да, давайте. Еще один важный момент, пожалуйста. Минуточку внимания. Вот сейчас еще одну ссылку кидаю сюда в чат. А те, кто припоздали и не записывались, пришли, так сказать, с корабля на бал, пожалуйста, запишите себя в основной список. Это важно.